Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Владимир Терещенко, основатель бизнес-системы секретдохода.ру. И сегодня я с вами хочу поговорить о поздравительных открытках. Поздравительные открытки начали свой путь еще в 19 столетии. Сначала это были разукрашенные вручную открытки для поздравления своих близких и родственников. Затем это все приобрело промышленный масштаб, то есть были созданы целые фабрики по созданию поздравительных открыток и приносили очень хорошие прибыли. Но с началом эры интернета поздравительные открытки утратили свой потенциал, и они на какое-то время вообще исчезли. То есть они, конечно, были, но в очень маленьких количествах. Люди перешли в интернет, и почтовые открытки не пользовались таким спросом, как раньше. Но буквально 2008-2009 год показал, что то, что нравится людям, оно приживается и в интернете. И сегодня уже никого не удивишь поздравительной открыткой, полученную на e-mail. Сегодня поздравительные открытки приобрели еще одно преимущество, то, что они стали вирусными. То есть благодаря открыткам можно распространить информацию о своем бренде, о своей продукции. Таким образом, поздравительные вирусные открытки стали нести больше потенциал. То есть они не только поздравляют людей, но и несут какую-то информацию от создателя этой открытки. Поэтому сегодня очень многие люди заинтересовались возможностями вирусного маркетинга, а именно ниши поздравительной открытки. Я уже записал несколько вебинаров по созданию этих открыток, создал обучающий курс, но не прекращаются вопросы о том, как же все-таки научиться быстро создавать эти поздравительные открытки. И с 27 февраля я создаю обучающую коуч-группу, в которой я раскрою все тонкости создания открытки. Под моим руководством вы пройдете пошагово, как создавать открытки, как искать материал, как запускать вирусную кампанию и как смотреть результаты этой вирусной кампании. С 27 февраля по 9 марта мы с вами изучим все эти тонкости. И 9 марта мы подведем итоги, проанализируем нашу вирусную кампанию. И я думаю, что больше у вас вопросов по созданию вирусных открыток просто не будет. Поэтому вы должны понять, что такая коуч-группа не может быть многочисленной. Поэтому, если вас действительно интересует эта возможность, то вы должны в числе первых записаться на эту коуч-группу. Потому что мне нужно будет с каждым человеком индивидуально поработать, каждому подсказать, рассказать, как это все делается. Значит, само обучение будет проходить у нас в видеоформате, то есть вы будете получать видеоролики обучающие, и мы будем встречаться с вами в конференц-комнате, где вы сможете задать любые вопросы. Но конечный результат – это то, что все люди, которые запишутся на обучающую коуч-группу ко мне, в итоге все научатся создавать открытки. Если кто-то не знает, что такое вирусный маркетинг и не понимает, о чем речь, я рекомендую зайти на мой блог blog.secretdohoda.ru. Вы увидите внизу надпись, ссылку на мой блог. И вы можете зайти на страничку, где есть очень много информации о вирусном маркетинге. Изучите внимательно эту информацию, и вам будет понятно, насколько эффективен вирусный маркетинг, насколько это увлекательный метод распространения информации о своем бренде и о своей продукции.
Причем этот метод в большинстве своем бесплатный. То есть распространение открыток идет бесплатным способом. И это очень эффективный метод, потому что так мы уж устроены, что мы очень любим получать всевозможные подарки, всевозможные поздравления. Поэтому люди с удовольствием открывают поздравительные открытки, и вы получите обратный отзыв. То есть люди в большинстве своем всегда откликаются на положительные эмоции, потому что вокруг сегодня очень много негатива. И получив позитивную открытку, получив частичку вашей любви, частичку вашего сердца, они обязательно откликнутся и дадут вам позитивный отклик. Таким образом, чем больше вы отдадите Вселенной любви, тем больше вы ее получите обратно. Вселенная, она всегда возвращает то, что вы отдаете. Поэтому прислушайтесь к моему мнению, к мнению других людей, которые уже научились применять вирусный маркетинг, научились создавать поздравительные вирусные открытки. И на моем же блоге вы можете увидеть уже отзывы других людей, которые воспользовались поздравительными открытками и получили очень высокие результаты. Я вас жду на обучающей коуч-группе. Всю информацию вы сможете найти по ссылке, которую вы видите внизу. С вами был Владимир Терещенко, основатель бизнес-системы секретдохода.ру. Я вас жду на обучающей коуч-группе. До встречи!